Приветствую, дорогие друзья! Не смог пройти мимо новой модели робота, предназначенного для мытья окон. Речь идет про модель HCR-10 от немецко-китайского бренда Electrolux. Представленная модель – это современный робот, разработанный по последним технологиям и за отличную цену, оснащенный дистанционным управлением, распылителем моющего средства, а также комбинированной защитой от падений. Роботы для мытья окон – это именно те устройства, которые помогают без труда помыть окна снаружи квартиры. Принцип работы заключается в постоянном вращении двух актуаторов с салфетками. Роботы присасываются к поверхности и перемещаются по заложенным траекториям, убирая грязь. А новинка дополнительно оснащена механизмом подачи моющего средства, что значительно повышает эффективность уборки. На пульте дистанционного управления новинки имеются специальные кнопки для подачи моющего средства в автоматическом режиме или вручную. В качестве моющего средства можно выбрать жидкость для мытья окон, зеркал или керамики. Заправляется жидкость в специальный резервуар на корпусе. Распыление производится ультразвуковой форсункой. Предусмотрено сразу несколько режимов уборки и типов передвижения. Роботы подходят как для мытья окон снаружи и изнутри, так и для мытья кафеля и зеркал. В комплекте идет сразу несколько сменных насадок для уборки, запасные кольца-держатели, пузырек для чистящего средства, а также пульт дистанционного управления, блок питания с длинным проводом и страховочный трос с карабином. Не забывайте фиксировать трос во время уборки. После работы чистящие салфетки можно сполоснуть или постирать в стиральной машинке. Таким образом, робот-пылесос Electrolux HCR-10 позволяет проводить уборку не только оконных стеклопакетов, но и очищать зеркала, а также кафельную плитку в ванной комнате. Не нужно тратить время и силы, достаточно просто запустить робота по заданной программе, без дополнительных хлопот. Пульт дистанционного управления позволяет управлять процессом непосредственно по другую сторону окна, а длинный шнур питания дает возможность уборки больших площадей. Если вам понравился робот, то подробный обзор вы сможете найти по ссылке под видео. А если вас интересуют обзоры теста гаджетов, то подписывайтесь на мой канал и заглядывайте в мой блог. До встречи!